Всем привет! Мы в GTA 5. Мы Майкл. Выспались. И у нас есть два задания. Поиграем за него сегодня. Так, ага. Значит, вопросики самому искать придется. Кружится голова, Майкл. Так, и нам надо как-то в себя вернуться. О! Я опять не посмотрел гудок. Попробуем найти. Музыка такая хорошая, утренняя прям. В прошлой серии мы вломились салон Симона, навели там шороху. И познакомились с Франклином. Сейчас посмотрим, какой жизнью живет Майкл. Я почему-то после того, как он нам показали, у психотерапевта сидит, я думал, он как бы отошел от дел. Дали пешеходу шанс. Вон люди паркуются на газоне, нормально он выехал. Нам тоже, значит, можно. Угла дадим сейчас. Так, там слишком много народу было. Посмотрим сейчас, что там за знак. Нормально. Вопросики, по-моему, здесь дополнительные задания. Интересно. Не сейчас. Могу сказать, хватит продавать диван. Вижу, эти упражнения успокаивают вас так же, как и мою жену. Нет, я с тобой спать не хочу. И меня не волнует, что мне 39, я не замужем. Полегче, полегче. Да куда уж легче. Пошел в жопу. Девушка, вы в порядке? Я в порядке. Все пошли нахрен просто от меня. Я бегаю, понимаешь? Заряд. Мне кажется, что ты расстроена. Я все равно смогу заставить тебя глотать пыль. Ладно, ладно. Я в школе футбол играл, понятно? Квотербек, сборная штата. Да пофигу. Инфаркт, смотри, не заработай. Бег повышает вашу выносливость. Повышенная выносливость. Okay, boobs, давай на перегонки до пляжа. Exactly так, а где? Надо вообще не говорить, что как за мной дядька кто-то бежит. А вы что, дядька ровесники? Да пошел ты. Че такая злая? Я не злая, я тренируюсь. А вот догадаться. С дороги, я здесь бегаю. Вот это я называю своей костюмером. Все еще считаешь себя квотербеком? Но я тебя пока обгоняю, если ты не заметила. Тебе серьезно стоит задуматься о медикаментозной коррекции поведения. Это тоже тема в Америке просто громадная. Вперед, вперед, еще рывок. Шевелись, Мэриэн, выходим на аэробный порог. Я тебя сейчас поймею. А мы что-то, да, это, сдыхаем потихоньку. У нас шифт закончился. А у нас здоровье заканчивается. Бабац.
А, shift нельзя держать, пока здоровье. Нет. Yes! That's what I'm talking about! Вот о чем я говорю. Эндорфины. Эндорфины. Это лучше, чем секс. Bite me, testosterone. В жопу тестостерон. I love me. Я сама себя люблю. Провалено, я не видел, где финиш. Я почему-то думал, что у горки. Сейчас мы ее сделаем. Надо было притормаживать. Чуть-чуть. Вперед. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. Даже не знаю, что меня смущает больше. Вообще-то у тебя не лучший прикид для кардионагрузок. Это ж бег. Какой тебе прикид нужен для бега? Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry. I'm exercising. Ну, дело повторяется. Just give up. Говоришь, я не знаю, я тренируюсь. Run on the road. Take that traffic head on. Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Own it. Called exercise, you lazy. Это называется упражнение, лентяй. Don't touch me. Не трогай меня. I can't tell if you're loving this or hating it. Трудно сказать, ты это занятие любишь или ненавидишь. Disqualified. Дисквалифицирован. Протестую. I can hear you wheezing. Я отсюда слышу, как ты задыхаешься. That's it. You're going. Небось, койки тоже финишируешь, пока твоя жена еще разогревается на старте. You and my wife should hang out. А вы бы с моей женой поладили. Okay, here we go. Left. Come on, flick the switch, Marianne. Let's go lactic. I thought I had issues, but you. Я думал, у меня проблемы, но ты мне подарила надежду. Я тебя сейчас поимею. Кабинет моего психоаналитика совсем рядом. Дай знать, если станет совсем дурно, хорошо? Какой же ты дурной, если хочешь лечить голову психотерапевту. Девчонки. И всего-то. Неплохо. Да человека без формы. Ладно, черт с тобой, я не переключалась выше второй передачи. Я сегодня уже вообще 10 километров пробежала. А для победы все средства хороши. Сердце разбьется, фу, дерьмо. Да пошел ты. Радуйся, что я сейчас работаю на низких нагрузках. Новый контакт, Мариан. Просто познакомились в парке. Немножко перенапряженная, но... С этим мы поработаем. Яхта. Машина наша наверху, мы кругаля отдали. А вот значок, наверное, очень далеко пешком мы не дойдем, потом к машине возвращаемся. Но сначала пойдемте море посмотрим. Пляжи, наверное, с Лос-Анджелеса рисовали. Там просто десятки километров их. И что, можно просто пойти искупаться? Как раздеваться? Опа! Ошибочка. А, надо только водичку попробовать. Волны нормальные. Мы здесь надолго. Если еще бывают шторма какие-нибудь, это вообще шикарно. К нам наверх, я вижу вон там лестницу, но... Hey, how you doing? What? Oh! Hello. I'm getting the shakes again. Must be time for another redwood. I don't give a shit. М, наверное, Майкл. Или дом, или машина. Я пока не знаю обозначения. Но вернемся той дорогой, которой пришли. Это будет надежно. I'm doing fine. Hey, man, what's up? You ever feel like you're wasting your whole life? Прикольно, жизнь кипит, разговаривает о чем-то. Остался только один вопрос у меня. Как разделять задания вот такие вот встречи и сюжетные?
А мужик и не надо разделять, мужик надо выполнять все подряд. Просто одни двигают сюжет, а другие просто для атмосферы. Видишь горку? Бегом. Мне кажется, польза наступает тогда. А где? А, это стоянка такая. Когда до красной здоровья догоняешь. Сейчас зеленая у нас. Если я буду бежать. Дойду здоровья до красной, и останется немножко пользы с этого. Потому что там какие-то писали бонусы будут от роста. Выносливости. Ага, прикольно. Машины-то как бы и нету. Или она как бы вон она. Нет. И что теперь, любую брать? Мини-купере никогда не ездил. Упс. Едем сейчас на второй знак. Машина пропала, видимо, в момент повтора задания. Понятно, куда там поворачивать. На самом деле найти не так уж сложно. Сори. Он, кстати, неплохой. Я думал, он порезвее будет, потому что он очень легкий. В целом нормально. Зеркала бы еще почетче. Не, ну там не пролезем. А тут пролезем. Да-да, нечего в телефон пялиться на улице. Я не понял, он едет? Это что едет? Он такой. Если его бронировано фургона, дверь ли уничтожит? А, может и добраться до денег? А как среди города я доберусь-то до денег? Стреляйте по центру между ними. Ой, блин. Замок надо. Так. Я их успею собрать. Да блин, я пистолет заряжаю, а камеру наверх. Она говорит, было близко. Так, мне, по-моему, уже полицейские стреляют. Но пока две звезды, пока нормально. Минус капот, облегчили. Куда он скрылся? Фургон где? А, все, он со стрелочкой, остальные машины это полицейские. Нет. Все, промухал фургон.
Он где-то за автобусом спрятался. Ладно, будем теперь знать. Надо, видимо, с автомата стрелять. Мне нравится, что полицейские вообще не столь же сумняшися прям огонь открывают. Хорошая, хорошая машинка, хорошая. Не престижная, но очень радует. Ага, на букву С оглянуться. Это хорошо. И что, они меня за углом тут найдут? Видимо, красный замигал, видимо, нашли. Валит вообще как надо. Так, нам нужна широкая встречка и желательно какой-нибудь мостик. А что такое? Я, кстати, посмотрел, можно ли переключаться ручными. Ручную коробку сделать. Есть патч. Самодельный мод на ручную коробку. Ну, почему я не еду? То есть он не газует. О, вот мы начинаем сюда поедем. А, наверное, можно было пригнуться. В машине у нас же X есть. Все, закончилось. Погоня. Пока нету, значит. Да нет, у него два задания, говорит. Видимо, он грабит фургоны. Давайте попробуем, что там у Франклина. Может, он сюжет принят у нас. Фига себе, у меня в спине дырка. Я посидею раньше, чем мы доедем. А мы куда едем? Хотя приблизительно. Омар. Че, как дела, Кори? Слушай, че бы придется зависнуть в своей берлоге? Всяк? Да не вопрос. Лучшего места для него не найти. Будь там никто не стремится надрать эту черную задницу. Фигня, да сегодня. Просто пригляди за ним, ладно? Хорошо. Дам тебе знать. Че теперь находится в доме Франклина? Франклин может с ним общаться с косточки. Слушай, чувак, послушай, ты был мне как сын, сотрудник месяца, для тебя это ничего не значит? Чувак приставил пушку к мне в голове. Никакой преданности, никаких принципов. Лучше бы он тебя застрелил. Мой бизнес, совершенно законный бизнес. Парень, ты в дерьме, по уши в дерьме. А что будет? И вот М горит, это случайно не Майкл? Что будет, если сейчас к Майклу проехать? Вот просто интересно, вдруг у них этот диалог завяжется. Ну, типа, выручим в тяжелой ситуации. Я только не знаю, как, насколько далеко этот
Хэм от Маса находится. Так, а здесь еще выпустим какой-то. Давайте таки к Майклу. Просто интересно проверить. А, или это дом Майкла? Да, это дом Майкла, это не Майкл. Это снова я. Эти, извините. Где-то вот здесь, на углу. А, нет, там сетка. Ой, грузовик. Грузовикам надо место уступать. Грузовикам и поездам дальнего следования мы без вопросов уступаем. Путите! 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 Куда ты лезешь? Тебе жалко, что ли, пропустить? Пойдем посмотрим, что это. Пахнет как сучка. Ли Шейн. Что за херня? Камеру отдай. Эй, полегче, ковбой, я свои права знаю. Я знаю, что ты сюда ходил с сочлен. Так что все в порядке. Ты что несешь за херню? Я смотрел блюз для квотербека. И знаешь, некоторые старые записи выдают тебя, хоть ты и пытался их скрыть. Чего? Встретив Вайн в виде черного парня, сразу решил, что это же скач. Сучка, ты долбаная. Чувак, тихо, прости, кореш. Я сегодня без контактных линз, понимаешь? Я люблю черных. И типа вообще такие дела гангстеров люблю. И рэп тоже. What's up, nigga? Какая разница, голубой или нет? Он же не женат. Его личное дело. Оставьте их засранцев в покое. Слушай, я хочу сказать, что не выношу лицемерие. Особенно лицемерие звезд. Тот же жескач заявляет, что он убийца и гонит прочие понты. А что выясняется? Он любит свою мамочку и песни из мюзикла. Слушай, чему такой лицемер может научить? Этот парень мошенник. Да тебе-то какая разница? Ну понимаешь, они богами себя возомнили. Пошли нахер, пошли нахер. Все пошли нахер. Они ничуть не лучше меня. Ничуть не лучше. Ни капли. Оба, это Миранда. Миранда, я тебя люблю. Не могу поверить, это же сама Миранда, мать ее Колон. Чувак, успокойся, она суперзвезда. Мы здесь большие бабки зарубим, мужик. Один снимок ее небритных ног или потрепанная юбка, и мы богаты, чувак. Давай, давай, чувак. Господи, да что со мной не так? Ты водишь, я снимаю. Давай, давай, пристройся рядом. Я отсюда, говорит, не могу снимать. Нифига, он лиму. Просто, говорит, приклейся к этому лимузину. Мне, говорит, нужно расстояние, чтобы я видел белки ее глаз. Вижу ее. О, вот так. Еще. Нужен дубль. Я ее люблю, я ненавижу, а я тебя ненавижу. Не зря называть силиконовую неряха, она похожа на бладуха в аэродинамической трубе. В этом городе, по-моему, все с ума сошли. Не так близко. Тебя ничего особенного нет. Ну чё, хорош? Не-не, она все еще слишком хорошо выглядит. Так хочу кадр типа узник концлагеря. За такое обычно отваливают от души. Да мне хоть что-нибудь. Притвори, что ты плачешь.
Пошел нахер, Беверли, она моя. Это Шакал Мэдисон. Ему достанется вся клубника. Тебя что, за профессию не обидно? Придави. Нельзя, говорит. Позволить ему забрать у нас эксклюзив. Прижмись к нему. Я его покину. Вернитесь на мотоцикл, Беверли. Почему мы упали? Ты здесь? Come on! Yeah, I got it. На козла спокойно стоит. Он уходит, поднажми. Береги аппарат. He's not taking my glory, not again! Он у меня славу всю увезет. Давай твои фотки. Теперь печатанные в асфальт. Мэдисон, отрасти уже себе яйца, поменяй на мужские. А мы именно мужское. Отвезите Беверли к следующей цели. А у нас Шреддер появился, шлем откуда-то. В Морнингвуде во дворе кафе Red Redemption есть небольшая парковка. Отвези меня туда, сможешь оставить себе байк. Я о своих не забываю. Заботишься о своих. Я паленую машину заверстую. Если это твой байк, то я папа римский. Ну ладно, ладно, не сбивай настрой. Мне кажется, снимки неплохие получились. Мы же снимки за деньги за снимки пополам поделим. Но я думал, байк составит как раз твою долю. Наверное, не мне тебе его прикать, но работенка у тебя мутная. Миранда Коуэн, 39 лет. Миранда Коуэн, 39 лет. Мы ее только порадовали снимками. Они сами этого хотят. Они напрашиваются. Так что у нас с ними прекрасные отношения. Это было познавательно. Давай продолжим делать этот мир лучше. Люди должны все знать. Фанаты заслужили ответы. Кого волнует потрёбанный лобок Миранды? Люди должны знать обо всем. От морщинок до привычек. И мы продолжим раскапывать пикантные факты. Так что на связи, кореш. Новый контакт, Беверли. У меня такое ощущение, что мы можем куда-то и позвонить. У нас смс-ка. Таниша Маркес. Франклин, я не знаю, зачем это пишу, но поверь, я не хочу возвращаться к тебе. Не хочу ни сейчас, ни потом. Ты это ты, и в этом все дело. Я ждала, ждала, но ничего не поменялось, а теперь у меня есть парень, и я наконец счастлива. Я столько испытала после смерти братьев и точно знаю, что твоя жизнь не для меня. Я всегда понимала, я слишком слаба. Такая жизнь мне не нужна, я хочу чего-то другого. Не денег. Похоже, я пишу тебе, чтобы попрощаться. Знай, ты всегда будешь мне другом, но не более того. Таниша. Ганс Амунишин. В продаже. Кассеты уже в продаже. 9 уникальных разновидностей. У вас есть шанс приобрести... А, кассет. Ваши мечты. Так, а это смс-ки. Кореш, я видел того обезьянного чувака, как он фигачит свой стрит-арт. Ага. Читали. Как же туха, зануда. Можешь зря тот багер, что мы угнали, оставил у твоей тети. Ага. У нас есть мотоцикл еще тот. Стоп. А контакты, которые контакты? Беверли, Дирижабль, Денис. Служба спасения, Сяо, Ламар, Симон, Таниша, Тоня. Майкла нет. Что у нас на карте? Проедем домой, посмотрим. Сохраним этот мотоцикл. А как их выбирать? Мы вроде уже машину загоняли в гараж, но пока непонятно, как их оттуда брать, выбирать.
И, наверное, переселимся в Майкла. Сколько он там жмет? 180 миль. Не понял. Что-то мы не тут живем. Это не наша семья. А может, зайти можно было? Да не, у нас нет чем разговаривать с ними. Ему звучок еще такой чуть-чуть. Побасовитее. Сейчас было неплохо. О, он еще вопросик горит. Мне кажется, когда нет заданий, можно просто вот по улицам гонять, и вот эти вопросики будут попадаться. Это Ляо, по-моему, этот. А, это гонки, точно, это Сяо с гонками. Или нет? Да. Но он опять скажет машину искать. Мы пока на мотоцикле погоняем. А, да, вот он просто на улице стоит. И один отработанный, нормально. Сидуха порепалась чуть-чуть при падении. Но мы один раз упали всего. Ну, полтора. Что у нас дома творится? Что там? Ты сегодня приготовишь мне ужин, мой мальчик? Ты ж после шести не ешь. Вали, вали, такая. Аптечка. Вылечись, я хотел только спросить, а она появится потом? Ко мне тут должен джентльмен наведаться. Так что вали-ка из дома. Еще одна куча дерьма на моей земле. Я дрессировать нужно, чоп, так, чтобы ты срал у соседей. Чопа можно обучить разным трюкам. Чтобы дрессировать его, загрузите приложение iFruit для вашего телефона. А как? Не вижу пока где. Mm-hmm.
И до собачкам надо так старается. Ничего себе. Может, поиск просто? Или это имеется настоящий мобильное устройство или планшет? Ладно, песик. Walk time, little homie. Come on. Друзья, пора идти гулять. Взяв Чопа на прогулку, Фрактен может бросать ему мячик из селектора оружия. А где у нас оружие? Тоже пока не ясно. Take yourself home, boy. Все, погуляли, хватит. Давайте Майкла посмотрим, где мы его оставили, в чем там. У нас цель все дома появится. Потому что не может быть, чтобы он там до сих пор стоял. Couldn't bring myself to do it. Не смог себя заставить это сделать. Публичная парковка. Наша машина. Посмотрим, что тут за вопросительный знак. После мотоцикла надо адаптироваться. Машина вялка, валка это. Здесь проезда нет. Сомнительный проезд, но попробуем. Потом на настройках посмотрю в зеркало, можно сделать почетче. Помогло бы. У него контакт есть, может позвонить этой бегунье. Так, ага, это не то. Сейчас посмотрим вопросик, знак, если это ничего путевого, позвоним, попробуем. Оба-на. Забираем, все равно из комиссионки. Ага, это преступление. Так я не понял. Красный почему-то не горел. Не пойму пока, как преступление тут работает. А, или вот это он бежит. Ну, дружок, ты пипец. Я утром тренировался, поэтому я тебя сейчас загоню. Он убегает, надо было на машине ехать все-таки. I'm saving up for the collector's edition. I don't care. Hey, man. Привет, говорит чувак. Нет, у нас одинаковая скорость, мы такую.
не догоним. Ничего, ничего, среагировал, ладно. Оба-на. Минус. Нет. Теперь точно знаем, что в машину бросать нельзя, даже если он рядом. А пока я буду человека из машины выкидывать, мне кажется, он убежит уже. Но зато потренируемся. Блин, далеко от машины отбежали опять же. Извините, милочка. Он сбежал. Нет, нет, вот он. Ну, парень, ты меня достал. Оба, он в обратную сторону побежал. Что, не видишь, я тут еду. Извините, такая. Don't make this any worse than it already is. Не надо дергаться, иначе ты еще все сильнее испортишь. Где он? Дружок, ты что, офигел совсем? Зеленая метка. А, вот, вы нашли украденную вещь, можете оставить себе или вернуть в обмен на награду. Так, во-первых, они отстреливаются. Во-вторых, из машины нельзя выходить. Пока не догонишь. Сделаем хоть одно доброе дело для жизни. Надо было по главной ехать. Но мы посмотрим здесь, что у нас. А, проезд по парковке. Город громадный, столько всяких интересных сделано. А, выезда нет. Машина наша пропала, вот это минус. Но у нас, видимо, посчитали, что у нас теперь эта машина. Надеюсь, вы с хорошими новостями. С самыми хорошими. Я думаю, вам это пригодится. Отлично, прям настоящий джентльмен. Я это произношу без сарказма. В некоторых случайных событиях можно зарабатывать деньги и улучшить характеристики персонажа. Это и было, видимо, случайное событие. Посмотрим еще одно.
Ничего, научимся и грабить. Ездить уже более-менее получается. И фургончики вскрывать. Так, а тут какой-то парк. Ну, посмотрим, здесь есть проход, нет. Он сидит, крендель какой-то. Скажи да, Сан-Андреас. Так, а мы что-то здоровье потеряли. А, он у нас попадал. Еще верите в свободу? Извините, прошу прощения, можно с вами поговорить? Что за херню ты несешь? Легализуйте марихуану. Я говорю о прямой связи с Богом. О том, что это, в этом штате запрещена эта связь. Вот об этом я говорю. Да мне плевать на твою травку. Они фальсифицировали голоса. Я видел бюллетени. Все подделка. Демократия так и работает, амиго. Да фак, демократия твою нафиг. Умным людям надо делать все, что они хотят. Это ж тирания остолопов. Слушай, мне пора заняться делами в мире, который называется реальность. Хочешь? Не-не, дурь не для меня. Это не обычная травка. Это мана небесная. Сам выращиваю. Ни измен, ни глюков. Билет Нирвану. Хрен с тобой, давай. Я постоянно курю, со мной все в порядке. Чистый, мягкий кайф. Осуждаю. Наркотики — это зло. Я думаю, ну, понимаешь, они безобидные, вообще. В общем, стараюсь их близко не подпускать. Что за херню ты мне подсунул? Убейте пришельцев. Это мы, да. Он мужик хоть куда. Он сбивал НЛО. Я тебя сейчас устрою, плохой приход, сука. Игры закончились. Так, откуда? Поливает. Еще и проиграть можно. Задание не выполнено, Макл испарили. Не повезло. Минус 400 баксов. Гульнули. Все. У нас есть смски, во-первых. Доктор Фернандер, прогрессируйте и увидите результаты. Дорогой Майкл, я так рад, что вчера мы встретились. Хочу подчеркнуть, терапию необходимо продолжать. Это очень важно. Скоро мы добьемся больших успехов в вашем лечении. У вас просто удивительный прогресс. Ведь психотерапия работает лучше всего именно тогда, когда она кажется бессмысленной тратой денег. Жизнь полна смысла. У вас много проблем, но мы вместе сделаем из вас полезного члена общества. Советую вам и дальше принимать лекарства. Читать мои книги и постарайтесь найти причину всех ваших приступов ярости. Мы еще расколем этот орешек, амиго. Мы ведь в этом деле заодно. Майкл, вы потрясающий человек. Я безумно рад работать с вами, но, к сожалению, медицина в нашей стране неблаготворительность, и поэтому я снова повышаю расценки. Всего на 75%. Весьма разумное решение, если учесть, как напряженно мне приходится работать. Исайя Фридлендер. Доктор, по-моему, минус. Продажи. Кастеты. Ага. Контакты. Аманда, Дэйв, служба спасения, Джимми, Лестер, Мэри Энн. А Лестер...
Трейси. Абонент занят. Ну и ладно. Значит, на тренировку сегодня без нее. Интересные рисунки в небе от самолета. Ну давайте на этом сегодня закончим тогда. В следующий раз опять придется мотаться. Я не могу понять никак, как вот именно сюжет двигать. А может быть, это была часть сюжета таким необычным способом. Должна была историю продвинуть, это приключение, эта встреча. В следующий раз поедем туда же, потому что у Франклина тоже ничего особого не горит, прям у нас. Будем искать. На сегодня все. На мотоцикле погоняли вообще отлично. И научились ловить преступников уличных. Так что спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока.